связи с тем, что время, проведенное без братьев Поповых, считается самым спокойным за всю историю нашей деревни, предлагаю. Мы не говорим Поповым, что карантин окончен, а Поповы не терроризируют деревню. А что за Поповы? Почему я о них не слышала? И хорошо, что не слышали, Людмила Олеговна. Пока Поповы сидели у себя на заимке, преступность в деревне Сосновки снизилась. Ваша сука! Кражи на 100%. Мародерство 100%. Пьяные драки на 100%. Так что общий уровень преступности снизился... А ну с**ался отсюда быстро! На 100%. Вы не можете разобраться? Кто из нас участковый, я или вы? Если Попова узнают... Да не беспокойтесь, дорогие мои, мы же все продумаем! Упани себе. Что там? Поповы работают, а наша деревня получает деньги. Так это что получается? Мы Поповых не... Нет, это не обман. Это афера. Я сейчас пойду и братьям все расскажу. Оказывается, вся деревня нас наит. Почему без маски? Что все страх потеряли? Поповы меня будут пугать. Поповы! Уж вальнуть ее, а? Ты что, блин, решил завалить единственного нормального врача? Всем понят, работай домой! Наладили, значит, целое производство. С вами приятно иметь дело. Ну, кидаю! Чисто Гай Ричи!